Всем привет! Дорна кроссовки Energy NECA Engineer Knit Puma Black Iron Jade 42 размер, 27 сантиметров. Так они были прямо из коробки. Manifesting my dreams like I hit the lotto, pushing so hard like I hit full throttle. По материалу вверх здесь идет вязаного текстиля, то есть это эванит, причем в обусловленных местах он более укрупненный, то есть для лучшей вентиляции. То есть это на носке, на боковых частях. Вязанный вверх, причем здесь единое целое, там где должен быть язычок, и вверх кроссовка. Внутри наполнения никакого нет, фиксируется за счет своей формы и вот этого вот носочка. Цвет черный с серыми вкраплениями. Шнурки самые обычные черные, можно было сюда что-то и получше поставить. Типу вставки, причем задняя выступает так прилично над кроссовком. Это обозначение Energy, Puma, большими. Puma на петле для обувания, причем она здесь такая похватистая, как спереди, так и сзади. И вот здесь, на вставочке, внизу на подошве. Идет закрытая шнуровка прорезиненными вставками, чтобы не зажимало текстиль. ТПУ вставка сделана здесь, для лучшего обхвата. Строчка, соединяющая боковые части. По виду клея не видно, качество хорошее. Подошва здесь из Runlock Energy, такой своеобразный пумовский буст, сделали прореху, чтобы его было видно. Он довольно-таки упругий и мягкий, но без стельки, конечно, он будет твердоват. Внутри идет стелька Soft Foam. Причем здесь она не прорезиненная, гелем не залита. А чисто идет как бы мочалочка. Это, считай, минус. Так-то она мягкая, все. Текстиль сверху приклеен. Обозначение Soft Foam Plus, то есть она вынимается. Оптимальный комфорт. Обозначение. Что из каких материалов сделано. Внутри основная стелька. Прошито аккуратно, есть какая-то аббревиатура, но это чисто на заводе, чтобы было видно. Коллекция весна-лето 2020. Сделаны они во Вьетнаме. Кстати, в пятке есть более твердая такая как бы вставочка синтетическая. Для того, чтобы пятка не прорывала, наверное, и была какая-то жесткость в конструкции пятки. Подметка. Идет причина всей... Подметка идет по всему периметру. Довольно похватистая, цепкая.
как раз для тех, кто любит бегать по асфальту или ходить много. Она неплохо сохранит свои свойства. На ногах. Как носочки. Когда в них залазишь, первое ощущение, будто упирается эта часть. Кстати, знаю, что некоторым людям она очень поддавливает. Сам же верх хорошо обхватывает ногу. Носочек. Хотя вот с пятки немного болтается. И что хочу отметить, модель очень полномерная. Палец находится здесь. Такая немного она как бы расхлябанная, конечно, поддержки никакой нету. Здесь. Боковых поддержек никаких нету. Ну, просто если ходить. Хотя она как-то странно проваливается. Довольно мягкие. То, что мне не нравится, это их форма. Так немного расходятся, какие-то квадратные. Модель подойдет для ходьбы и для бега. Не скрипят. Загибы таких сильно ничего не будет. Довольно-таки на высоком уровне. Палец эту сетку порвать не должен. Она довольно эластичная. Только если, возможно, очень много вы проходите. Вот немного все носки низкие одеваете. Вот здесь как-то трет оно немного. Ну, поначалу нужно привыкнуть. Модель вообще унисекс. Она подходит как и для девушек, так и для мужчин. Есть еще в белом цвете. В целом неплохие кроссовки для прогулок. Стоимость их в районе $50. Всем спасибо за просмотр. Пока.